каждый из нас что-то строит. Кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, а наша работа – за ней наблюдать. И сегодня мы в Симферополе, где строят. А до секунду. Что здесь строят? Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь строят первый этап автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный. Вот та самая дорога, за которую вам так все благодарны автомобилисты. Пойдемте скорее что посмотрим. Да. Сколько километров она? 25. Ого! Ну что ж, давайте с вами воочию убедимся, как делают дороги. Прям место для двоих. Хорошие дороги будут. Лучше. Лучше. Вот, запомните, пожалуйста, эту фразу. Ну, а сделаем, да, с вами? Все самое интересное скрыто от наших глаз. Но мы вам это показываем. Едем в машине, да, уже по новой трассе, мы даже не представляем, сколько всего остается, скажем так, за кадром, да, сколько было проделано работы. Вот когда вы приступили и с какими сложностями столкнулись, именно как строители? Приступили мы в январе 2018 года к реализации проекта, и, правильно говорите, многое уже не видно, когда едешь по готовой дороге. Самый первый этап – это подготовка территории, подготовительные работы включают в себя работы по разминированию, археологические раскопки. Да, здесь находили мины и снаряды Великой Отечественной войны еще тех времен. Достаточно большое количество. Но, слава богу, обошлось без происшествий. Когда полноценно работы были развернуты на всем участке, работало до 150-200 единиц техники каждый день и до 300 человек. От лица всех автомобилистов вынуждено вас спросить, дороги выдержат? Хорошие дороги? Выдержат. Хорошие. Хорошие? Ручаетесь, да? Ручаюсь. Ну, пойдемте проверим качество нового асфальта. Смотрите, он еще свеженький, горяченький. Осторожно, горячо. Осторожно, горячо. А можно попробовать? Да. Слушайте, да, тепленький прям. Ну, все как положено. Вот посмотрите, вот асфальт, вот это что? Основание. Основание, вот это? Ну, тоже основание. Тоже основание. То есть вот... Песчано-постилающий слой. Ага. Конструкция многослойная. Многослойная. Общая толщина конструкции дорожной одежды здесь порядка метра. Ого. Так и есть. Все работы идут с привлечением специальной техники. Вот это автовышка для высоких монтажных работ. Здравствуйте. Здравствуйте. Подкралась незаметно. Можно с вами туда? Пожалуйста. Да? Пойдемте посмотрим. Вы отвечаете за то, чтобы покрасить эти путепроводы, да? Да, да, да. Наносится три слоя. В три слоя. Ну, сейчас расскажете мне по пути. Давайте аккуратнее. Ой-ой-ой. Тут так уютненько, прям место для двоих, но вы здесь один работаете, да? Да, да. Так, поехали! И что, в чем заключается ваша задача? Наносим третий слой краски, защитный, это финишный слой уже для защиты бутерброда, балок. Это для того, разрешения. Чтобы... Ни дождь, ни солнце чтобы не повредили, да? Бетон не разрушался, да, вот все. Чтобы все было долговечно. Да, да, да. Я сажусь, если что. Не бойтесь. Класс. А можно пару раз? Куда нажимать? Попробуйте аккуратнее. Давайте. Только направляйте в ту сторону пистолет, да. Вы нажимаете и проводите. Мы вашу работу, вас не видим в работе, но видим результат вашей работы. Ну, вот от всех вам спасибо большое. Спасибо.
мы с вами находимся на путепроводе. Это один из шести в рамках первого этапа строительства. И на данный момент здесь проводят работы по гидроизоляции, для того, чтобы впоследствии бетонные конструкции не намокли под дождем и прослужили как можно дальше. Как работы продвигаются, Василий? Хорошо. Наносим гидроизоляцию. Мост потихонечку заканчиваем. Потихонечку заканчиваете? Скоро поедем по нему? Скоро, да? Поедем, конечно. А вот это для чего? А это специально для водички, чтобы вода не стояла, уходила по стекам. А, вот так вот она вдоль-вдоль всего, да? Да. Чтобы на мосту вода не собиралась. Классно. Так что будет все как... Как положено. Как положено. Интересно, что трассу Симферополь-Евпатория-Мирный строят в два этапа. За первый, где мы сейчас с вами находимся, отвечает Центр Дорстрой. А вот ко второму совсем скоро приступит подрядная организация ВАД. Да-да, та самая, которая построила легендарную трассу Таврида. Мы с вами находимся перед поселком Скворцово. Это место будущей второй очереди трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. Дороги протяженностью более 60 километров, которая пройдет в обход населенных пунктов через поле, что обеспечит возможность комфортного и безопасного проезда для всех движущихся в евпаторийском направлении. Каждое лето возникают огромные пробки. Благодаря строительству второй очереди все машины поедут в обход населенных пунктов и выйдут на Евпаторию уже в районе трассы Черноморская, перед дорогой на Мирный. Мы обещаем, что вторая очередь трассы Симферополь-Евпатория-Мирный ни в чем не уступит трассе Таврида, которую построили мы. Это будет дорога категории 1В, четырехполоска, комфортная и безопасная для движения транспорта. Трасса, которая уже навсегда вошла в историю Таврида, официально будет сдана в эксплуатацию в конце этого года. Но строительные работы, как видите, здесь продолжаются. Сейчас идет благоустройство так называемых многофункциональных зон. Говоря по-нашему, по-простому, скоро наконец-то появятся заправки. И кофе горячий. Ура! Данная многофункциональная зона возводится в рамках инвестиционного проекта. Площадь земельного участка, которая будет освоена, 7 гектар. Здесь будет стационарный набор для современной АЗС. Также планируется размещение еще небольших торговых точек для того, чтобы осуществлялась торговля продуктами питания, крымскими сувенирами и всеми предметами первой необходимости. Находится в живописном месте. На фоне Белой скалы рядом находится площадка отдыха автомобилей, которые тоже будут, наверное, с удовольствием приходить к нам сюда. Здесь также будет размещен еще мотель на 40 номеров. Ну, порядка 80 человек взрослых здесь спокойно могут передохнуть, переночевать. Стройка идет полным ходом. Да. Мы приехали, строители уже работали, это они не на камеру. Работаете, что успели уже сделать? На данный момент вот мы вышли из главного, так сказать, корпуса объекта. Это операторская. То бишь здесь будет сосредоточено все управление всей заправкой. Левее от нас это опять-таки уже другой объект. Это мойка машин, на которой, опять-таки, любой автомобиль, как легковой, так и грузовой, может принять товарный вид после долгой дороги. Угу. Да, ну у вас, конечно, тут масштабная стройка, потому что, когда едешь по трассе Таврида,
Вот из-за вот этих шумоизоляционных заборов даже не видно, что все самое интересное скрыто от наших глаз. Но мы вам это показываем. Современные трассы и новые развязки. С каждым годом путешествовать по Крыму становится и комфортнее, и быстрее. Ведь строители делают все для того, чтобы... Чтобы у крымчан были новые дороги, качественные. Мы их делаем. Всем автомобилистам желаю хороших дорог. Выполняем свою работу. Качественно, отлично, на совесть. Чтобы все автомобилисты были довольны новой трассой.